Итак, я всех приветствую, ребят, на нашем канале, на канале Тугарыч, и проведем небольшие настройки. Когда-то давно мы уже, в принципе, настраивали с вами NVIDIA, программу вот, как бы в 3D приложениях. Но в данном случае в диспетчере, первоначально в диспетчере задачи уберем с автозагрузки именно Discord и игровой центр. Говоришь сразу, игровой центр в операционной системе Windows 10 из автозагрузки я постоянно убираю, но он постоянно прописывается сюда и включается. То есть я перезагружаю буквально Windows 10, и у меня там опять игровой центр в автозагрузке, и у меня уже вот все это дело запускается. Нажимаем на рабочем столе правой кнопкой мышки, потом параметры управления, точнее панель управления NVIDIA. Здесь что увидел я на своей видеокарте 1060? То, что у меня при установке в 3D играх, именно обработке 3D графики, видите, все было установлено на качество. Давайте посмотрим, покажу, что у меня за видеокарта, не хвастаюсь, просто вот для примера. И неважно, какие у вас видеокарты, там мониторы, ну, если у вас видеокарта все-таки, да, NVIDIA в данном случае, там 660 Ti у меня было, прочее, там видяхи. Ребят, все выкручиваете именно в производительность. Можно также дополнительные настройки 3D графики здесь включать. Мы это делали, в принципе, я это делал, ребят. Но это отдельная тема, но обязательно, если вы даже вот забиваете на все это дело, как минимум не поленитесь, но выкрутите все как минимум именно в производительность. Можно включить и расширенные настройки 3D изображения, но там больше, как говорится, этих настроечек и все это дело надо лазить. Как минимум, ребят, производительность обязательно ставьте. Быстродействие в Warface очень сильно поменяется и в других играх. Затем заходим в самую верхнюю левую вкладку буквально, делаем с настройками NVIDIA и выбираем параметр 0-255. Ребят, вот это вот именно для вас, ваших мониторов, для компьютеров, да, то есть фильмы поприятнее будет смотреть где-то или прочее, то есть более широкая гамма цветовая, и вот я реально замечаю, но желательно после этого компьютер, конечно же, перезагрузить, как бы, чтобы вся вот цветовая гамма была, вот, и все будет замечательно. И Warface у меня тоже чуть-чуть, но преобразился, там буквально влияние не особо большое, но тем не менее плюсы есть. А вот как-то так, ребят, небольшие поправочки. Видел я все это дело, но на канале Pro Hightech увидел, то есть насчет вот этой калибровки цвета некой, да. А вот, пишите свое мнение в комментариях, ребят, всем на этом удачи, всем пока.